Желтый! Пс-пс! Чё, хозяин? Пойдем, что-то покажу. Смотри, чё это такое рядом с деревом? Хозяин, ёлы-палы, да это ж дерьмо! Точно дерьмо! Уверен? Точно дерьмо! Фу, какой ты мерзкий все-таки желтый! Я ж пошутил! Я вижу, что дерьмо! А чье оно? Судя по вкусу, человеческое! Тьфу! Все, перестань, желтый, перестань! Молодец, ты настоящий охотник! Мы отправляемся на охоту! Охота на капканы! Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Ласдей. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем телеграм и не забудь подписаться. Регулярные анонсы всех стримов, роликов, розыгрышей, новости по играм, в которые мы играем. Конечно же, пароли от бункера Альфа по игре Ласдей. Ну и чат подписчиков Печка ТВ. В общем, скучно не будет. С последними обновлениями нам в игру было добавлено новое оружие. Два вот таких чудных арбалета, винтовка и капканы. Винтовку мы крафтить не умеем, а вот арбалетики с капканами вполне. Самодельный арбалет, арбалет и вот они чудные капканы. И именно их мы сейчас и пойдем с тобой тестить в бункере Альфа. Вот здесь у нас сразу будет кожеедик, да? Прям сразу и ставим. Ну и попутненько потестим арбалет. Хотя, что их тестить, слушай? Они хороши. Раньше мы их не умели крафтить, теперь умеем. Капец, да? Большой, блиночки. Смотри, ты в него встаешь. Ну, то есть ты его активируешь, да? Так. Полтинчик, неплохо, да? Чик. Слушай, ну, хорошо. Долго стоял, да? Теперь давай попробуем на более жестком враге, да? Блин, а как вот его? Смотри, мы, значит, стреляем, бежим и оббегаем стол, да? Вот так вот, красиво. Капец, прям план, да? Охотник-маохотник. Ну-ка. Хытыщ. И побежали. И вот сюда. Вот ты, блин, блин, блин. Ха-ха. Стоит. Неплохо. Давай посмотрим дистанцию, на которой мы можем вообще безобразием заниматься. Вот так красиво ставим. Вот так агрим. И вот так, вот так, вот так. Они вообще вырубаются, ты понял чё? Класс! Ну то есть полностью, да? Они не активны. Так, теперь давай куда-нибудь поставим, наверное, вот сюда давай поставим. Вот хорошо вообще прям получается. Так. Бежим. Стелс. Помчали. Ну, неплохо, да? Блин. Да, это интересно. Не будем этого парня трогать, у нас тут яростные гиганты еще тусуются. Кстати, вот достаточно мощный мужчина, да? Давай посмотрим, а мы его сможем бомбануть, не получив вообще урона. Через капканчики красиво, да? Устанавливаешь их как мины. Слушай, мне уже нравится эта штука. Войны из-за угла, если отменят, да? Мы будем этими штуками пользоваться активно. Так. У меня в руках обычное копье. Это несерьезно вообще. Так. Блин, я бы сделал три, но-но-но, да? Три удара сделал. Слушай, да вообще на раз-два, реально. Ёлы-палы,
Прям два сразу капкана сработали. Офигеть! Мне тоже кажется очень даже ничего так. Усложним задачу. Яростный гигант, это тебе не в тапки гадить, да? Давай, готовимся к битве против яростного гиганта. Слушай, вот так много даже не надо. Ну, конечно, если ты будешь яростного гиганта убивать копьем, но это идиотизм. Почему? Они ресурсиков стоят. А вот каким-нибудь луком, арбалетом, ну, лук не совсем его пробивает. Сейчас, кстати, узнаем, как пробивает его этот чудный арбалет. Поехали. Вот он идет красиво, да? Пробивает ли вообще его арбалет? Ёлы-палы! Ха-ха! Класс! Не, ну это офигенно! Лук его не пробивает, это точно. Напомню тебе, это яростный гигант, да? Один удар, он прям тяжелый у него удар. Вообще нормально, слушай. Ну прикольно, прикольно, изи. Без напряга убил. Парни! Ах ты ж негодяй. Так, ладно, мы того зато хоть задерживаем, да? Ну хорошо получилось. Все, капец. Капут арбалету. Ну этот вообще капец, да? Смотри. Видал, да, как блестит? Блестит наконечник. Охотничий наконечник. Протыкает кожиедов как нож масла, блинчики. Мне кажется, три капкана вообще на раз-два хватит, да? Теперь вот так красиво ползем. Оп. Оп. Блин, да мы и так и без капканов убиваем, да, в принципе, с такого-то арбалета. Блин. Давай, блин, в капкан, ладно уж. Так. Вот так по диагонали, да, его поведем. Блин, они достаточно быстро так резво устанавливаются. Ну, то есть, если ты не доберешь, да? Так. Блин, ты... Ой-ой-ой! Ёп, ты чё? Бегу! А почему ты так делаешь? Слушай, я не понял вообще. Ну-ка, давай еще раз потестим, да? Что-то я не понял, короче. Ну-ка. А чё потестим? Мы его наказали. Пацаны, все сюда! Пошутил я, пошутил. Ха-ха-ха-ха, блин. Мужчина, разбирайся. А ты капканы, да? Блин. Ну, как бы и капканы тоже хорошо. Вот так вот. Так, все, давай, улетай, мужчина. Ты нам экспилярму спортишь. У нас такой интересный эксперимент. А ты тут со своей современной мощностью. А вдруг вот, блинчики, мы индейцами будем. Так. И ушел. Вот, блин. И ушел далеко. Да ты чё, серьезно, ёб? Мдя. Ну, то есть, ты понял, да? Надо стоять на далеком расстоянии. Он как бы обездвиживается, но запоминает, что он тебе, типа, мог нанести урон. Нифига себе, я за километр убежал, он мне всёк. Давай еще проверим лук. Ну и в конце будет вишенка на торте. Ну, держись. Негодяйское отродье. Так, давай вот здесь вот, да? Мне кажется, хорош, да? Десяточку на вишенку оставим. Иди сюда, говнарь. Просто выстрел. 9 урона. Ну, почти, да, не работает.
Выстрел упор, 19. Не, лук не работает. А чё он меня не бьёт-то? Ну, потому что я на расстоянии. Дорожный знак, разрушитель, да, на максимальной оттяжке это тоже как бы далеко. Так, ладно, короче. Доел ты. О, красавчик арбалет вообще. Чуть-чуть бы крафт его попроще сделали, и вообще цены бы не было. Уговорил, держи еще один капкан. Гуамноед. Оу! Ну а теперь вишенка на торте. Интересно до безобразия. Как слепой охотник отреагирует на этот капкан? Ну вот оно и место боевой славы. Что нам надо проверить? Как он отреагирует на обилочку? Брони у нас мало, но нам много и не надо. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ха-ха-ха, блин. Пока он стоит там, да? Вот сейчас надо ставить, короче. Так, отлично. Твою. Ха-ха-ха-ха, блин. Ну и ладно. Идея один фиг была так себе. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик и тест. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ну а если тебе понравился канал, ты всегда можешь поддержать меня на прямых трансляциях, которые проходят почти каждый день. А еще ты можешь стать спонсором канала и оформить подписку на Boosty. И уже сейчас получить доступ к стримам, которых больше нигде нет. Ранний доступ к роликам, которые выходят на YouTube. Доступ к VIP-чату, ну и многое другое. Ссылку на Boosty ты можешь найти в описании этого видео. Удачи тебе! Пока-пока!